Обязательно нужен повод для того, чтобы сказать спасибо своей маме, за то, что мама, она делала, что даришь мне свою любовь и безграничную поддержку каждый день. Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская предположила причину ухода россиянки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе и сравнила их сотрудничество с любовными отношениями. Думаю, что Женя хочет что-то поменять. Раз она начала проигрывать, нужно это делать. Она должна получить глоток свежего воздуха от перехода к новому тренеру. Как и брачные союзы, люди чувствуют, что их отношения не развиваются, если бы они постоянно подпитывались-то. Она также считает, что под руководством нового тренера, канадца Брайана Орсера, Медведев предстанет в новом образе. Выбор Жени пал на Брайана Орсера. Думаю, через некоторое время мы увидим другую Медведеву. Просто другую. Она и так классно, так что именно другую, в иных образах. Когда один тренер, один и тот же хореограф в программе, начинает появляться однообразие. Нужна Жене перемена, сказала Бутырская.